Боровиков здорово уехал, вернее, это действовал то Костенко. Коровяков с Костенко отыгрываются на Старикова. Там серия небольшая рикошетов. Сейчас четвертый игрок появится, Динамо. Да, и Куликов предупреждает, предупреждает, а тут у нас вот так вот. А это вот же, так вот. Когда мы сравнили 3-3, весь стадион просто гудит. Я же сравнивал счет 1-1. Да, никуда не ушел 1-1, и ты не заметил, он успел до выхода четвертого. Я упустил этот момент. Да, ну ладно. Посмотрим повтор. Увидим. Поживем, увидим. Вот это бросок. Кстати говоря, я тоже немного так это смотрел на игрока, который выходит уже. Мне казалось, они одинаково примерно, плюс-минус, да, там уже. Да, да, кстати говоря, успел, значит, выйти, потому что сейчас в пятером. Чем получается? Мы делаем вывод, что, ну, сейчас Мансуров тут заседает. Тут Талалуев. Талалуев, и у нас, пожалуйста, только мы сказали... Гостей забрасывает Дмитрий Костенко. В саду даже шорохи, все здесь замерло до того момента, как Дмитрий Костенко отправляет шайбу в ворота горняку ГМК. И мы смотрим потрясающие повторы, не раз и не два. Посмотрите, какие они сегодня яркие, интересные. И, конечно же... Костенко бросает от синей линии, не фиксирует шайбу Рафаэль Хакимов, но уходит у нас Пятачка. Соседа. Костенко. Еще один бросок и подставление клюшки на Пятачке. Костенко. Если Химика на Платинум арене приветствуют командами большинство. 21 секунду оставалось находиться в штрафном боксе. Так, либо коснулся.